Ну что, всех приветствую на канале. Наконец-то сегодня мы дождались. Будем смотреть с вами Magic Revenge. Ну и здесь, конечно, интересный ивент. Сейчас пробьем на автобитве традиционно. Получим сундуки. Ну, награды здесь будьте нате. Лучше, кстати, стали, мне кажется. Потому что есть и промежуточные награды в том числе. Так, здесь получаем новый уровень. Это хорошо. Здесь миссии неплохие попались. Ну и давайте смотреть сам ивент. Так, а какое-то достижение? Ну-ка. А, ну по миссиям традиционно. Давайте смотреть сам ивент. Значит, ивент это называется «Счастливое путешествие». Традиционный ивент с бросками кубиков, которых у нас 37. Вот. Давайте смотреть. Поехали. Кидаем. Знаю, что вы такие ивенты любите. Поэтому решил поднабрать очень много кубиков. Можно сказать, наверное, максимальное количество. Но давайте розыгрыши, может, в конце сделаем. Также сегодня еще будет видео по Idle War с шляпами. Будем разбираться. Смотреть награды. Ну, а здесь пока что выпадает все стандартное. Вот, наконец-то нам кубик этот выпал. Очень он, конечно, редко здесь выпадает. Но, по крайней мере, мы можем теперь 6 ходов делать. Так, смотрите. Раз, два, три. 4 хода, и мы еще раз кубик получаем. И мы вот бесплатно вот эту часть поля, считайте, с вами прошли. И приблизились к финишу. Это не может не радовать. Не хватает. Так, раз, два, три. Ну и, конечно же, будем вот этот розыгрыш потом проводить. Эвномия может выпасть. Так, я думаю, что 6 нам получится сделать. Ой, забыл, что можно же было кидануть кубик. Кубик, кубик. Да, 6 я думаю, что мы сделаем. Сейчас. Ну и оставшийся круг мы, конечно, не успеем пройти. Если только 2 раза по 6 сейчас выпадет. Ха.
Ну, давайте крутить. Ну, 500 алмазов. Неплохо. Шляпа. Самая настоящая. Без привлечения. Эх, это что такое? Ну, раз используется для улучшения, значит пригодится. А, тут же награды второй раз-то не дают. То есть надо еще раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Еще восемь. Чтобы гарантированно. Взять ее. Ну и второй ивент с молотками. Кризис плети. А, там еще есть даже это. Рулетка. Елки-палки. Надо фонтан вращать. Точнее, не вращать, а... Ну, понятно все. Давайте здесь прокинем. А, осколки падают. Вот оно как. Ясно. Ну, мы будем здесь пробивать так, чисто по фану. Молотками. Так, грохнули. И здесь. А я вот на эти банки акцент бы поставил. Для прокачки, опять же, персонажа. Давайте ее тоже проколотим. Нам надо еще очень много на самом деле. Не, ну тратиться я не буду, смысла не вижу. Давайте пойдем в подарок фее. Покрутим. Может, здесь кого-нибудь прикупить? Ключи. Опять этот кристалл. Ни хрена себе, он 6 тысяч стоит. А мы его словили. Ну и потом сюда пойдем, посмотрим, можно ли что-нибудь вынуть. Погнали. Так. Брилина, ну как всегда. Ну, пока она не выпала, будем крутить. Сейчас упадет и пойдем туда собирать героев. Блин, я думал, задумалась программа, что сейчас выпадет она. Шансы там, конечно, очень мизерные. Прямо вообще копейки. Вон, смотрите. Где тут показывают шанс? Пятерка 0,2%. Видали? Ну,
Однако в одиночных, когда я кручу, мне падает. О, вот она, долгожданная. Все, пойдем смотреть, сколько мы накрутили. 200 аж. Ну и давайте ради приличия продвинутую крутанем. Кто здесь? А, их я обновлю. Да ну. Геральт. О, ну видите. А здесь быстро выпал. А какой там процент у него? Тоже 0, подожди. 0,8. Прикиньте, с 20 выпал. Ой, ну вообще. С 20-ки выпал, вы представляете? Ладно, собираем все награды. Это, конечно, капец. Ну-ка, давайте здесь получим. Тут же еще жетончики дадут. Ну, немного, но дадут. Можно, конечно, еще прикупить здесь. Только я не знаю, зачем, потому что крутить, в принципе, смысла больше нет. Вот. А мы сейчас, знаете, куда пойдем? Мы сейчас пойдем... Ой. Сейчас исключим. Посмотрим, сколько у нас. Ну, слоты есть. Мы сейчас будем с вами делать вот эту вот тему. Сейчас я подумаю, как. Вот эту. То есть здесь нужны... Четверки. В большом количестве. Но этого мы не будем брать. А вот этих возьмем. И вот этого не будем. То есть попробуем вот этих четырех взять. Сейчас момент. Ну, в принципе, ничего сложного. Давайте пробовать. Значит, нам нужны синие с мечом. С такой пикой. Давайте их искать. Нет, по-моему, не он. Все выучить не могу. Так, это зеленые. Это синие. Во! 6 штук нам надо. Отлично. И идем сюда. Делаем элитный рекрутинг. Ставим их. Вон у меня. Сколько этих. И получаем очень классного персонажа Елену. Елена чем классная? Потому что она очень сильный урон наносит. Вообще в атаке офигенный персонаж, я считаю. Теперь Брилину. Опять надо зеленых. Ну, теперь вот это синяя оборона. Давайте искать. Видите, да, сколько у меня здесь персонажей? Довольно-таки много. Так. Может, вот это? Нет. Это?
Да. Эх, одного не хватает. Одного не хватает. Давайте подыщем. Может, вот этот? Нет. Блин, а где же мне взять? Одного зеленого вам. Эх. Чё ж так плохо-то? Чё же они все рейнджеры там? Ну, ребят, ну не заставляйте меня осколки открывать. А у меня, наверное, нету, да? Зеленых четверок у меня нету осколков. Прикиньте, я-то думал, что есть. Ладно, сейчас подождите на паузе. Капец, ребята, сколько я денег потратил. Но ради контента я все-таки ее нашел. Эту рожу зеленую. Ой, и эта рожа сейчас отправится вот сюда. Я не понял. Почему? Это что такое? Она не призвалась? Эта рожа не призвалась. А у меня они были, значит, что ли? Я что-то не понял. Да ладно. Как так-то? Как я их не заметил? Ну и бог с ним. Давай вот эту каменную башку. Она беспонтовая. Так хоть брелину получим. Далее, значит, 6 надо красных с пиками. Ну вот это сложно будет. У меня их вообще нету. Красные с пиками. Сейчас будем искать. Вот это что ли? Нет. Это. Блин, писали бы сразу бы. Какие. Давай вот так сделаем. У меня больше героев-то нету. Ну вот это еще. То есть получается, у меня нету героев сейчас. На обмен. Да? Да. Блин. Ну ладно, значит не судьба набрать, потому что у меня вообще ни одного героя нету. Ни одной четверки с пиками. Давайте дальше. Ну, ладно. Обойдемся без него. Давайте у бара тогда. Голубые мечи. Ну, голубые мечи-то должны быть. Сейчас. Блин, тоже беда какая-то. Да ладно, тоже нету. Блин, есть, но всего... Чё, 3 персонажа, да? Ёлки-палки. А фиг, где мы найдем сейчас еще троих? Ну, видимо, надо копить. Потому что... Скрафтить у меня сейчас не удастся. У меня нет троек. Будем, значит, копить на следующий ивент. Как раз там нам денег подкинут. И мы, может, с призывов вытащим. Ну что, на этом все. Всех благодарю за просмотр. Idle War будет следующий. Пока-пока.